Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Новый месяц, квартал и полугодие на фондовых рынках начались неоднозначно. Ключевые данные по рынку труда США, которые были центровым событием на прошлой неделе, ввели в замешательство. Разнонаправленные цифры не позволяют реально оценить текущую ситуацию на рынке труда. Единственное, в чем уверены трейдеры, так это повышение ставки ФРС на июльском заседании на 25 базисных пунктов. Данный шаг сейчас оценивается в 95%. При этом последующие повышения вызывают множество вопросов. Инвесторы снизили ставки на ужесточение после выхода слабых данных по рынку труда. Пока непонятно, что происходит на рынке, небольшая коррекция или разворот. Сложно судить глобально, исходя из показателей одной недели. Новая неделя должна стать неким испытанием для ралли рынка акций, поскольку начинается сезон отчетности и будет опубликована инфляция, за которой последуют выступления нескольких чиновников ФРС. Поэтому пристегиваем крепче ремни в ожидании повышенной турбулентности. Оставайтесь с нами, досматривайте видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. В пятницу 14 июля стартует сезон публикации квартальных отчетов компаний за второй квартал. Свои свежие финансовые результаты в этот день представят крупнейшие игроки на рынке – JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Еще через неделю мы узнаем, что нового у Tesla, Netflix, IBM, Bank of America и Goldman Sachs. Но настоящее зрелище начнется в последнюю неделю июля, когда свои карты раскроют технологические гиганты. Первыми идут Microsoft и Alphabet, материнская компания Google. Во вторник, 25 июля, за ним следует Amazon. И, наконец, в начале августа королева технологического рынка Apple подведет итоги. Эта гонка может стать самой трудной за последние 3 года, поскольку макроэкономические трудности оказывывают негативное влияние. FactSet предсказывает, что прибыль на акцию S&P сократилась на 6,5% по сравнению с прошлогодним аналогичным кварталом. В первом квартале этого года показатель упал на 2%. Если прогнозы оправдаются, это будет самое крупное падение прибыли с 2020 года и третий квартал подряд с годовым снижением прибыли. Ожидается, что рост прибыли произойдет только в 7 из 11 секторов, причем наиболее сильно в секторе дискреционного потребительского спроса и секторе коммуникационных услуг. Снижение ожидается в 4 секторах, включая нефтегазовый, сектор материалов и сектор здравоохранения. Но и это еще не все. Ожидается сокращение выручки на 0,4% в годовом исчислении. Только 7 секторов, скорее всего, покажут рост, в то время как в 4 других ожидается снижение, особенно в нефтегазовом секторе и секторе материалов. Будучи в ожидании этого калейдоскопа чисел, инвесторы также будут внимательно следить за прогнозами компаний на второе полугодие, учитывая нестабильность макроэкономических перспектив и всеусиливающиеся опасения о возможной рецессии. Что касается динамики индексов, то промышленный Dow Jones на прошедшей неделе изрядно потрепало. Он стал, пожалуй, самым слабым звеном среди ключевых индикаторов. В четверг его потери на 1,07% – это были худшие дневные данные с мая. В пятницу он также продолжил резкое погружение вниз, теряя около 200 пунктов. По итогам недели потери составили 1,7%. Ситуация здесь хуже, чем у других индексов. Отметим, что к концу недели падение фондового рынка произошло на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, потребительских услуг и коммунальных услуг. Естественно, свою большую роль сыграла серия данных по рынку труда. Цифры оказались настолько неоднозначными, что инвесторам достаточно сложно сориентироваться в дальнейшем направлении. Вышедшая в четверг макроэкономическая статистика изрядно удивила инвестиционное сообщество и побудила увеличить ставки на возобновление монетарного ужесточения со стороны ФРС. Занятость в частном секторе по версии ADP за июнь увеличилась на 497 тысяч рабочих мест при усредненных прогнозах прибавки лишь 160 тысяч. Месяцем ранее добавилось 267 тысяч рабочих мест. Истребиная тема по традиции нагнетает на рынке акций медвежье настроение. Необычные цифры от ADP спровоцировали некоторых аналитиков на повышение прогнозного значения в пятничных данных. Из-за этого к нонфармам было еще более повышенное внимание. Здесь тоже не обошлось без сюрприза, поскольку официальные данные по занятости в сельскохозяйственном секторе
показали, что работодатели приняли на работу 209 тысяч человек в июне, что существенно ниже прогнозов. При этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения до 306 тысяч. Уровень безработицы снизился до 3,6%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, как и в мае. Именно за этот компонент и зацепились рынки, нацеливаясь на дальнейшее повышение ставок. Некоторые аналитические агентства в США отмечают, что ФРС повысит ставки еще два раза, и на этом будет достаточно. Глава ФРБ Чикаго говорит, что экономика сейчас в отличной форме, и проблему с инфляцией удастся решить без рецессии. Инвесторы ведут себя сдержанно, настроившись на предстоящий выпуск данных по инфляции. В пятницу казалось, что на рынке пронесся ветер облегчения, когда объем занятости оказался значительно ниже ожиданий. Возможно, рыночные игроки решили, что их реакция в четверг была излишне эмоциональной. Тем не менее, инвесторы все еще держатся оптимистичных настроений, используя любые временные сбои на рынке как возможность для инвестиций. Что касается инфляции, предполагается, что данные покажут, что ни общий индекс потребительских цен, ни основной, исключающий продовольственные товары и энергоносители, сейчас не снижаются достаточно быстро, чтобы ФРС могла начать обсуждать смягчение монетарной политики. Предполагается, что годовой ИПЦ составит от 3,6% до 3,8%, снизившись с 4% в мае. Общий годовой ИПЦ достиг пика в 9,1% прошлым летом и с тех пор постепенно уменьшается, хотя темпы роста цен все еще значительно превышают цель ФРС. Тем временем прогнозируется, что годовой основной ИПЦ составит 5,2% по сравнению с 5,3% в мае. Этот показатель особенно важен для ФРС, так как он позволяет точнее оценить будущую динамику инфляции. Итак, какой основной вывод? Инфляция замедляется, но пока недостаточно, чтобы удовлетворить требования ФРС. Несмотря на общий нисходящий тренд, данные, вероятно, покажут, что темпы инфляции все еще превышают целевой уровень в 2%. Если показатели инфляции оказываются неожиданно высокими и годовой показатель достигнет или превысит 4%, это будет оказывать дополнительное давление на ФРС в плане борьбы с инфляцией. Прошлый четверг для S&P 500, как и для Dow, стал худшим днем с мая. Тем не менее, недельная просадка у S&P не такая глубокая. Здесь зафиксировано 0,9%. Продолжится ли ралли в этом индексе или нет, во многом будет зависеть от результатов отчетности компаний, поэтому пристально наблюдаем за этим направлением в ближайший месяц. S&P все еще может протестировать сопротивление на уровне 4535, даже если это удастся, то на данный момент это выглядит потолком роста. Отсюда возможен период коррекции вниз или консолидации. Если рост продолжится, то мы с вами можем увидеть сопротивление на уровне 4593, а затем максимум марта 2022 года на уровне 4637. Поддержка в первую очередь ожидается на уровне 4422, а непосредственный риск возле отметки 4380. Закрытие ниже этого уровня может указывать на то, что рынок, возможно, приближается к пику. Однако только спад ниже минимума 4328, достигнутого ранее, будет свидетельствовать о формировании вершины в краткосрочной перспективе. Что касается отдаленной перспективы, то аналитики благосклонны к продолжению ралли. Bank of America предсказывает, что индекс S&P может достичь уровня 5000 к следующему году, что представляет собой рост минимум на 13% с текущих уровней. Специалисты сравнивают текущий долгосрочный бычий рынок, который начался в 2013 году, с динамикой, которую наблюдали в 1950-х и 80-х годах. В Bank of America заметили, что рост S&P на 24% по сравнению с минимумом октября 2022 года делает ситуацию с 2013 по настоящее время схожей с циклами роста индекса в 1950, 1966 и 1980, 2000 годах. Если данная тенденция продолжится, то индекс может превысить отметку в 6000 пунктов к 2026 году. Этот прогноз предполагает потенциальный рост на 36% в течение следующих 3 лет. Рост индекса S&P может продолжиться, по крайней мере, до 2028 года.
За неделю NASDAQ потерял 0,8% стоимости. В принципе, это можно списать на коррекционное движение. Все будет зависеть от дальнейшей информационной составляющей. В целом, фондовые рынки выглядят довольно привлекательно, ведь намечается исторический момент. ФРС готовится свернуть свой цикл повышения ставок, сигнализируя об ослаблении инфляционного давления. Это создает не только бурю ожиданий, но и усиливает спекулятивную активность трейдеров. Среди всех американских фондовых индексов на этот раз ярко выделяется один – технологически ориентированный NASDAQ. Он впечатляюще вырвался вперед, показал рост на рекордный 31% в этом году. Этот взлет вызван нарастающим волнением вокруг искусственного интеллекта и обновленным интересом к акциям роста, которые недавно пережили значительное падение. В настоящее время NASDAQ показывает признаки временного замедления роста. Полноценная коррекция от текущего ралли в начало года может привести к снижению до уровня 13500 пунктов, хотя возможен и менее глубокий откат. Однако для такого развития событий требуется дополнительный триггер, и строгий тон ФРС не считается подходящим кандидатом для роли такого стимула, который может стать причиной продаж акций. Новости о сокращении экономики или слабые результаты квартальных отчетов могут спровоцировать процесс снижения. Если оно будет достаточно сильным и ФРС не сможет оперативно переломить ход событий, высокотехнологичный индекс NASDAQ вполне может в долгосрочной перспективе опуститься до уровней 12500 и 12200 пунктов. На данный момент рынок не демонстрирует ярко выраженных признаков медвежьего разворота. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч!